Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, мистер Кашкава, и это прохождение нашего прохождения игры Anno Dune. Нас просят нажать Enter, ну мы нажимаем, и Continue, конечно. Так, что ж сейчас? Так, мы закончили в том мире, а я сейчас иду сюда и прыгаю. Именно так. Этот чувак все еще здесь сидит. Мы пришли из этого темпла. О, там летучие мышки. Сейчас я тогда зайду. Давай, лети сюда. Молодец. Так. Ну, я планирую минут на 10 просто записать короткий пробег. Хотя бы чуть-чуть продвинуться в этой игре. Ох, задел меня. Ну, вот просто я немного тороплюсь. Вот, но записать все-таки надо ведь. Ух ты, оказывается, изумрудики можно собирать метлой. 0-4. The gate says fire won't open until senses for cards. А, 4 карты надо, понятно, понятно. Так, сейчас посмотрим, что здесь есть. Ага, а вот как оно делается. Вот зачем нам нужен вот этот ключ. Да, открылось, ура. Ну ладно, идем дальше. Следующая локация. Какие-то странные буквы, значит. Так, это уже какой-то реально Legend of Zelda или покемоны. Ну блин, реально, я такую графику только там видел. Ух ты, это кто такой? Ага, ты избранный. Could I follow you around for a bit? To watch a chosen one. Он хочет с нами пройти, чтобы посмотреть на нас в действии. Вау! Круто! У нас уже есть поклонники. Так, портал. Да, она нас посылает во времени назад. Вау! Ее можно убить. Это кто такой? Welcome, welcome, my friend Jan. The name's friend of Finti Parson Hoff. Take a look around in my shop and see if anything catches your eye. Так, это что такое? Мешок денег, мешок денег. That money sack will allow you to acquire money to find in the land. It's yours for... Он продает то, куда нужно собирать. Деньги. I'll see you later. Да, понятно. Пацан тут нас покинул, потому что боится с нами, видимо, идти. Я даже не знаю, что нужно делать в этой локации пока. Я разобрался вообще. О, домик. А, это же эта девчонка. Отлично. Ну, блин, даже зайти к ней нельзя. Видимо, указатель. Ну ладно, мы пойдем вниз. Не знаю зачем, но мы пойдем вниз. Ух ты, можно идти еще пройти сюда. Интересно. А, здесь нужен ключ. Ключа у нас нет, как обычно. Ну, просто всегда так, когда нужен ключ, у нас нет ключа. Так, идем дальше. Точнее, назад. О, можно грязь убрать. Воу! Такой злой. О, убил. Что съел, да? Не ожидал? Форс-мажор такой. Так, здесь какие-то заболоченные местности, они немного странные. Проходить-то в принципе нечего пока что. Некуда, да. Так, что пишут? Понятно, опять что-то с буквами не так. Какой-то знак. О, где там вот? О, погодите, этот ключ. Он второй раз можно воспользоваться, что ли? Вау, и где это мы? А вот здесь вот уже опять надо старый ключ. Ох ты, вот это локация. А, все понятно, мы открыли, в общем, эту локу. Здесь очень много порталов. Я не знаю, зачем столько.
Но, видимо, это потом понадобится. Это нужно будет как-то использовать, может. Фиг его знает, чтобы перемещаться между порталами пространства. Воу. Ох, весело было, хе-хе. Он, оказывается, еще воткнуть может. Ну, немного восстановим ХПМ. Так, нам нужно 4 карты. Так, сколько ж за 500 продает? Ништяк. Какой-то это странный чувак, если честно. Ну ладно, у него ничего нет. О! What are you doing here, punk? Get lost. Aquabut fair and square. Да, я не понял, что он хочет. Ну, видимо, он просто нас уйти. Он зловещ немного. Ух ты, так наш персонаж чисто тонет, что ли? Ха, весело. Ох, я не знаю, что дальше делать, честно. Может, этот пацан нам как-то поможет? Он зеленый. Так, идем. Может, ты нас проведешь куда-нибудь? Может, ты умный? Супер. Так, идем сюда. Так, может... Нет. Ой, надо кэт. Ха-ха. Отлично, он убежал. Видимо, он испугался нашего зеленого кота. Что ж там? Второй... Это кот? Ох, хэй-мяу. Понятно, понятно, видимо, мы спасли этих двух. To be honest, I kind of like sitting in boxes. Понятно, идем дальше. В общем, его не пускает этот чувак. Ну, ладно. Что будет, если мы спустимся вниз? Странные блоки. О, наконец-то мы можем еще чуть-чуть открыть вещиц. И сюда что? О. Вот это уже другое дело. Мне нравятся такие локации. Вот лабиринт. Вот лабиринт. Реально, лабиринт целый. Я надеюсь, здесь есть хотя бы этот сейфпоинт, что ли. Так, можем идти. Вот сюда. Чтобы открыть проход. Ну а дальше мы можем свалить. Ну, казать, все равно нам, видимо, не поможет. Но это какая-то другая локация. Отлично. Ух ты, лес. Вау. И даже только по тропинке можно ходить. Ух ты, музыкальный гриб. Ладно. Спустимся пониже. Пойдем по речке. Сюда. О, летучие мыши. Тоже знакомые нам мобы. Сейфпоинт, наконец-то. Что, на камне писто? Long legs out, then it's cliffs. В общем, ребята, я не знаю, есть ли смысл продолжать мой обзор, так как я ничего нового пока что не достиг. А мы попали просто в несколько других локаций. Это, конечно, круто, но не очень. Оу, oh, I speak for bees. Yeah, hey. Он, короче, говорит с пчелами, я так понял, на наркомании уже. Так, убьем вот этого чувака. Ух ты. Можно собрать? Ну ладно. Вау! Так на ней можно ходить. Вау! Гениально! Кто-то, видимо, здесь остался и надолго. И, видимо, умер. Не знаю, почему, но почему-то, видимо, он умер. Так, вот мы прошли круг целый. И смысл? Ладно. Засейваемся. Ну и, ребята, я думаю, я закончу на этом свой обзор. С вами был мистер Кашкавр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, надеюсь, в следующих сериях будет что-то покруче. Пока, дорогие друзья.